великий царь Давид почил, оставил сыну трон, всем сердцем Бога возлюбил наследник Соломон. Он жертвы Богу приносил и внял Господь мольбе. Во сне явился и спросил: «Скажи, что дать тебе? О Боже, мой пришел черед и стал царем твой раб. Столь многочислен твой народ, а я и мал, и слаб. Даруй мне разум различать, что есть добро, что зло, и чтобы мудро управлять, мне сердце помогло. Не стал богатства ты просить, сказал Господь царю, лишь разум, чтоб уметь судить, премудрость я дарю. Но кроме мудрости прими другой в награду клад. Ты славен будешь меж людьми и сказочно богат». Вот пробудился Соломон и Бога восхвалил. Мудрейшим стал на свете он и правый суд творил. Две женщины перед царем предстали как-то раз. «Владыка, вместе мы живем, и у одной из нас младенец умер. Сына мать, покуда я спала, мне положила на кровать, а моего взяла. Так пусть младенца принесут, разделим пополам, и да свершится правый суд, я каждой часть отдам». Царь повелел, и принесли младенца в тот же миг. «О, господин мой, не дели!» — раздался громкий крик. «Отдай ты матери другой младенца моего, лишь только был бы он живой, не убивай его». «Другой же, видно, все равно, делите поскорей, и пусть не будет отдано дитя ни мне, ни ей. Кто хочет, чтоб был мальчик цел, та истинная мать». И мудрый Соломон велел ребенка ей отдать. Богатством, славой и умом царь покорил весь свет. Сияла Божья мудрость в нем. Он правил 40 лет.